Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Глава Тувы Шалбанка Раол и руководитель Росавиации Александр Нерадько провели совещание по вопросам реконструкции аэропортового комплекса Кызыл. На встрече удалось решить большинство рабочих вопросов по полному завершению второго этапа работ и реализации заключительной фазы проекта – монтажа светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы, после ввода которой аэропорт Кызыл начнет функционировать в штатном режиме. На встрече была достигнута договоренность ускорить работу с Ростехнадзором, по итогам которой реконструированная взлетно-посадочная полоса должна быть введена во временную эксплуатацию с начала 2018 года. До весны предполагается подготовить электрическую подстанцию, питающую светосигнальную систему аэропорта. Глава Росавиации считает, что есть все условия для того, чтобы к лету аэропорту Кызыл был выдан сертификат соответствия, допускающий его к полетам магистральных воздушных судов без ограничений. Глава Росавиации считает, что есть все условия для того, чтобы к лету аэропорту Кызыл был выдан сертификат соответствия, допускающий его к полетам магистральных воздушных судов без ограничений. По его мнению, технические возможности обновленного аэропорта позволят расширить полеты в любых направлениях и принимать современные воздушные суда. По поводу международного пункта пропуска договорились начать подготовительную работу уже сейчас, поскольку она требует многочисленных согласований с федеральными ведомствами, не только с Минтрансом, но и с ФСБ, например, а также значительных расходов. Так, только специальное оборудование для пункта пропуска потребует не менее 100 миллионов рублей. В преддверии новогодних праздников полицейские Тувы присоединились к всероссийской акции Министерства внутренних дел «Полицейский Дед Мороз». Правоохранители устраивают новогодние праздники и оказывают материальную помощь воспитанникам подшефных детских учреждений, школ и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также по инициативе заместителя председателя Общественного совета при МВД Тувы Татьяны Галета был организован сбор теплых вещей и игрушек для ребят. Первыми в списке счастливых обладателей новогоднего подарка от Деда Мороза стали семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Мы тебя поздравляем с Новым годом, дарим тебе подарок. Вот такой вот, смотри, какие игрушки тебе дарим. На, пожалуйста. Это тебе подарочек такой. Далее полицейские поздравили студентов Кызылского колледжа искусств. Самых активных учащихся колледжа поощрили подарочными сертификатами. Дорогие наши подшефные ребята, Айланмаху Мушкую, на сегодня мы, сотрудники МВД по республике Тыва, совместно с председателем общественного совета при Министерстве внутренних дел, пришли поздравить ребят с наступающим Новым годом, оказать поддержку активным ребятам. Молодые люди не только достигли успехов в учебе, но и каждый по-своему постарался максимально реализовать свой творческий потенциал за время учебы. Благодаря колледжу искусств студенты раскрыли свои таланты в таких направлениях, как хореографическое творчество, национальные инструменты народов России и хоровое дирижирование. Правительство Тувы утвердило форму соглашения с пользователями охотничьих угодий, которая призвана обеспечить цикл мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов среди их обитания, а также нацеливает охотхозяйство на создание инфраструктуры на развитие охотничьего туризма. По словам руководителя регионального госкомохотнадзора, с февраля 2018 года будут проведены аукционы на право заключения хозяйственных соглашений с предпринимателями, готовыми инвестировать в охотничий туризм. Проект развития охотничьего туризма является приоритетом Госкомохотнадзора Тувы на ближайшие 3 года. Власти республики готовы поддержать инвесторов и предусматривают в региональном бюджете на эти цели порядка 10 миллионов рублей. По планам комитета, за 3 года предстоит выстроить и запустить как минимум 3 базы в таежных районах республики. В частности, 1 в Пихемском и 2 в Коахемском районах. Каждый охотничий комплекс должен включать дома для охотников, егерские кордоны, остановочные пункты, лодочные пристани, стрелковые вышки, подкормочные сооружения, просеки и другие постройки, предназначенные для организации охоты и быта туристов.
В России расширяют возможности для участия бизнеса в закупках госкомпаний. Совет Федерации вчера одобрил поправки в законах о закупках. Участники рынка рассчитывают, что теперь получить доступ к госзаказу станет проще. На отсутствие должного регулирования закупочной деятельности бизнес сетовал давно. О том же говорили и в Федеральной антимонопольной службе. Как сообщает издательство «Российская газета», в 2016 году от участников закупок поступило более 7 тысяч жалоб по закону о закупках, а за первое полугодие этого года уже около 4400 жалоб. Особенно чувствительны к действующей системе малый и средний бизнес. Поправки распространили на госкомпании многие нормы из сферы госзакупок. Все эти изменения будут способствовать повышению конкуренции. С одной стороны, изменения четче регламентируют процесс закупки, с другой – облегчают жизнь малому и среднему бизнесу. В частности, установлен закрытый перечень способов закупок ОМСБ и их полный перевод в электронную форму. Установлены требования к описанию объекта закупки. Кроме того, расширен круг оснований для обжалования действий заказчика. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 74 копейки, евро 68 рублей 54 копейки. Твой стиль, твоя оригинальность. Тони Моли. Твоя натуральность и качество. У тебя есть идея, у нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд, первый этаж. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. В начале лета Министерством здравоохранения Республики была объявлена реализация федерального проекта «Бережливая поликлиника» среди медицинских учреждений Тувы. Это второй этап по созданию системы здравоохранения, ориентированной на пациентов. Победителем проекта стала Республиканская клинико-диагностическая поликлиника Резбольницы номер 1. В текущем году в Резбольнице номер 1 были внедрены электронные истории болезни пациентов. На сегодняшний день готовы протоколы для врачей-терапевтов. Через электронную карту планируется организовать и направление пациентов на анализы. Вместо бумажных направлений ему будет выдаваться штрих-код, по которому будет производиться забор анализов и идентификация в лаборатории. Также есть большая вероятность, что в случае взаимодействия программы лаборатории с Республиканской медицинской информационной системой результаты будут сразу направляться в электронную карту. В Республиканской клинико-диагностической поликлинике будет организован диагностический центр, круглосуточная служба приема звонков и многое другое. Важным направлением работы станет организация логистики по параклиническим обследованиям. Это направление на УЗИ, кардиограмму, ФГДС и многое другое. В результате реализации пациент сможет прийти в назначенный день и час и пройти исследование без проблем и очередей за талоном. Региональное министерство образования и науки продлили конкурс на соискание грантов и премий главы Тувы в области науки и технологий до 28 декабря текущего года. Напомним, что в начале декабря комиссия правительства Тувы по присуждению грантов и премий главы республики совместно с Министерством образования и науки объявила о начале приема документов молодых ученых до 35 лет для участия в конкурсе. Гранты главы Тувы выделяются для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, имеющих значительную научную новизну, важное значение для социально-экономического развития республики. На конкурс также могут быть представлены работы, рекомендованные научными учреждениями и высшими учебными заведениями Тувы. Миноборнауки организует экспертизу представленных на конкурс заявок, планов работ и смет расходов на выполнение научных исследований и передает результаты в комиссию правительства республики, которая проводит конкурс и определяет его
победителей. 12 грантополучателей с учетом установленных квот и имеющихся рекомендаций, а также вносит на утверждение правительства Тувы. Размер гранта определяется, исходя из расходов на выполнение научных исследований и оплату молодому ученому. Воспитанницы тренера по художественной гимнастике Алены Удот приняли участие в соревнованиях «Юные снежинки», которые прошли в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина. Всего приняло участие более 200 гимнасток. Художественная гимнастика – олимпийский вид спорта. В Туве существует уже 9 лет. Тувинские гимнастки заявили о себе в большом спорте. Об этом говорят результаты состязаний, на которые гимнастки из республики регулярно выезжают. В сентябре этого года 6 девочек выезжали в город Кисловодск на соревнования российского масштаба. Перед тем, как попасть в сборную, юным спортсменкам нужно было пройти республиканский отбор. Девочки 5 лет и те, кто посещает гимнастику первый год, выступали в паре. Но жюри оценивало конкурсанток в личном выступлении. По словам тренера, в номере важно все – пластика, хореография, артистизм. А вот опытные спортсменки показали номера сольно с предметами – мяч, лента, обруч, булавы. В каждой возрастной подгруппе были свои победительницы. Радиостанция «Голос Азии» продолжает прятать подарки. На этой неделе радиоквест «Замест майонез» и «Такси Апельсин» предлагают отыскать бесплатные поездки на такси. По условиям игры слушателям предлагается разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. Партнер квеста «Такси Апельсин» дарит нашедшему бесплатные поездки в такси в любых направлениях и маленький витаминный бонус «Апельсин». Вот такая загадка прозвучала сегодня. Вес майонез. О, поздравляем вас. Спасибо. В такси «Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66 100 и 66 200 или скачайте приложение для смартфона «Таксофон» и получайте 5 рублей бонусом за каждую поездку. Такси «Апельсин» – быстро, удобно, безопасно. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле пасмурно, небольшой снег. Ночью минус 28, минус 30, днем минус 20, минус 21 градус.